фильма чего ждем? Впечатлений больших таких, чтобы ах. Блин, ну хороших впечатлений. А Ди Каприо дадут Оскар, как думаете? О, я за него, да, Лео, вперед! Дадут, дадут, точно дадут. Вот сегодня ехали в машине, как раз это и рассуждали, дадут, не дадут, но... Я думаю, карма плохая, вряд ли. Думаю, что ему никогда его не дают, думаю, что не дадут и в этот раз. Мне это не впервой. Блин, ну еще нужно переварить, если честно, пока так. Получит. Ну, наконец-то, должен же получить. Заслужил. Конечно, получит. Ужасный фильм. Почему? Очень много впечатлений, очень хорошо сделан, но не рождественский. Отлично. Хорошо, очень. Супер. Было здорово. Ощущение нереальное просто. А вот Оскар Ди Каприо получит. И было его лицо в конце. Он просто просил его, поэтому я думаю, что получит. Люди-звери. Ничего больше не скажу. Понравилось то, что держит напряжение. Очень сильно. Нельзя расслабиться, даже если тебе захочется поспать. Впечатляет. Оскар достоин тебя? Ну, как бы он уже давно его достоин, да? Но... Харди точно могут дать за второго плана, а Ди Каприо, буду надеяться, что дадут. Но ожидалось какого-то движения, а не 2.5 часа вот размазанного по тонким слоям непонятно чего. Но мне, если серьезно, очень понравилось. Я прям весь фильм переживала вот за Лео. Потом еще получит «Медведь» Оскар, потом получит еще Оскар, наверное, «Гример». Ну и понятное дело, если Ди Каприо не получит, получит его по-любому... нет, Том Харди нет, он злодей, попадет в ад. Получит оператор. Операторская работа там на самом деле очень интересная.